Знаешь, что меня в тебе восхищает? Да что угодно, я вообще клёвый малый. Ты отдал ключи от своего бара алкашу, который спал на бильярдном столе. Прыгнул за руль и повез меня к черту на куличике, даже не зная, куда именно. Спросите себя, готовы ли вы принять Христа в сердце свое? Что стало с нашим Мюллером? Куда делся первоклассный бухарик и картежник? Тише! Вижу, сегодня среди нас новые лица. Мы когда-то служили с вашим пастором. Я их много лет не видел. Я тогда большим грешником был. Ты смотри, даже не поморщился. Приходится за двоих пить, раз ты такой занудный стал. Режиссер Ричард Линклейтер. Я решил вас разыскать из-за своего сына. Год назад он ушел служить, а 2 дня назад мне сообщили, что он погиб. Его похоронят в Арлингтоне, и я хотел попросить вас поехать со мной. Его отправили в богом забытую пустыню. Зачем? Я забираю Ларри домой. При всем уважении, сэр, он заслужил похороны в Арлингтоне. Ты собираешься помочь доку? Хотите отрезать себе нос на зло лицу? Вы наши лица видели, и так злее некуда. Я думал, мы едем на похороны. Так и есть. Просто ехать придется чуть дольше, чем планировали. И что будешь делать? На крыше гроб повезешь? А что, мысль? Ларри был не такой, как все мы. У него было счастливое детство. Он так сказал? Так точно. Я пытаюсь наслаждаться жизнью, даже если она отстой. Его святейшество и ходит-то с трудом. Куда ему такой махиной управлять? Это просто грузовик с коробкой-автоматом. Ну что, готовы к приключениям? Погнали! Стив Карелл. Брайан Крэнстон. Лоренс Фишберн. Чуете, моча и несет? Вот он, официальный запах города. Не пробовал думать перед тем, как говорить? Вечно ты недоволен, потому и седой такой. Разве можно отказать мужчине в форме? Я точно не смогу. Помогать братьям. Вот что самое главное. Последний взмах флага. Перестройся. Ах так, давай поиграем. Прекрати, угробить нас решил. Жопу на британский флаг порву. Мюллер вернулся. В ноябре.